Как вы избавились от такого большого веса? Ну, я бросила есть. И как-то было очень тяжело. Как вы терпели? Хочется же все время есть. Нет, есть совершенно не хочется. Вообще, даже не думаешь о еде, забываешь, и все становится прекрасно. Я не смогу так никогда вообще. Вы просто молодец, большая. Да, я знаю, очень, очень даже знаю. И очень-очень даже знаю, что я молодец. А как вот насчет прически там вот? Ну, образ там какой-нибудь другой. Это будет когда-нибудь? Ну, да, это в моих планах тоже есть. Не все сразу, все будет.